Салам весь мир! И снова в Казахстане Новый год. С утра уже накрыты дастарханы, открыты юрты, празднует народ. Сегодня все равны, сегодня все как ханы. На площадях скопление людей, домбра играет и качаются качели. Понизится, конечно, поголовье лошадей, но вырастут еще, давно мы так не ели. Французы кушают лягушек, корейцы кушают собак, а мне свое родное ближе. И каурдак, и баурсак, и бешбармак. Вы к нам на праздник приезжайте в гости. Поев, живот погладишь, скажешь, заебись. Потом чайку со сладостями выпьешь, и ты поймешь, что значит праздник Наурыз. И все закрутится по кругу, игры, танцы, скачки, и будет длиться минимум 3 дня. На дастархан потратим все свои заначки. А че потом? Да выживем хуйня. Нам похуй война и голод. Ссылались всех сюда из разных стран. Объединились, выжили, переженились. Вот что такое новый Казахстан. Желаю, чтоб все так и было. Чтоб на столе был полон дастархан. Носогом каждый резал, чтоб кобылу или корову. Да ебать пойдет баран. Детишки, чтоб росли и не болели. Родители, чтоб жили много лет. В парламентах чинуши, чтобы не хуели. А то от вас, ребята, спасу нет. Наездитесь а там по заграницам, да понажрётесь всякой фуагры. А ночью пукаете, до утра вам всем не спится. Устал под утро, все проблемы до пизды. Хотя вас всех народом выбирали, чтоб с голой грудью в кровь выбились за народ, чтоб люди жили, не страдали. Не, так, ребята, не пойдет. Здоровья, счастья вам я все-таки пожелаю. Решения, чтоб были за народ, великой мудрости великого Абая, чтоб за страну без выходных весь год. Ну ладно, хватит этих словоблудий, сюрпа остыла, стынет бешбармак. Желаю, что вы пожелаете, чтоб сбылось. Короче, заебись, чтобы все было, и ништяк. Салам весь мир. И снова в Казахстане праздник. Беш, Наурыз, Коже, Кумыс. Акын сыграет на домбре проказник. Душа раскроется и станет заебись. Да, любит нас всех мать природа. И я не знаю ни одну из стран, где есть в году 3 новых года. И это родина моя, мой Казахстан. Весна растопит снега одеяло. Растает снег и побегут ручьи. Ну, правда, обнажится много кала, хуйня, его склюют грачи. Желаю вам всем счастья и здоровья, всех благ, удачи, денег от души. Тем, кто бухает, тому водки, а те, кто курят, им пусть анаши. Ну, чтоб депутаты жили, как пенсионеры, тысяч так на 38-45. А то пузатые не видят своего, блядь, хера, а хули сытому голодных не понять. С бюджета, чтоб поменьше воровали, побольше думали за свой народ. И чтоб всегда по этой жизни знали, туда с собой никто ничего не заберет. Желаю вам, что вы себе бы нажелали, чтоб все по жизни было заебись. Давай кисушки кумысом наполним, въебем за Казахстан и Наурыз.